17 февраля по 7 марта в Оренбурге пройдет адресное информирование о выборах президента. Избирательная комиссия Оренбургской области утвердила число участников в поквартирных обходах. Всего в проекте «Информ УИК» будет задействовано 5398 человек, от 3 до 5 членов каждой комиссии, в зависимости от числа избирателей на участке. Члены УИК пригласят оренбуржцев на выборы, расскажут о кандидатах, проинформируют о месте расположения и времени работы избирательных участков, а также уточнят сведения об избирателях, в том числе о необходимости голосования на дому. Узнать обходчиков оренбуржцы смогут по бейджу и брендированной сумке. Избиратель может попросить их предъявить удостоверение члена УИК и паспорт. В избиркоме подчеркивают, что поквартирный обход – это не агитация, а информирование об избирательной кампании и помощь в выборе наиболее удобного способа голосования.